Всем привет, друзья, на канале Мушки Фэмили. Сегодня по просьбе подписчика и, конечно же, по донату. Спасибо за донат. Ну, хоть небольшое, да, Серёга, типа, очень мне это радует, когда люди там какую-нибудь копеечку, да, кинут, говорят, ну, послушай это, я такой, блин, как же это классно, спасибо, ребят, что все-таки есть такие люди, которые могут поддержать, да, у кого, конечно, есть лишняя копеечка. Ну вот, сегодня слушаем Пусть Киллера, Экстази альбом, да. Мы слушали Хантер, его альбом, в принципе, мне понравился больше. Больше понравился, чем мне понравился. Я, наверное, как чухану, типа, у меня что-то там с головой, да, наверное, ну, я только пришел. Ну, ладно, давайте не будем, как бы, тянуть, да, давайте слушать. Получается, у нас тут 11 песен. Есть фиты с Кристи, ой, Криспи, не знаю, кто это, и Экс-Кэс. Ну, будем узнавать их. Извините, ребят, будем узнавать их тоже. Поэтому погнали. Первую песню Sex Club. Бэби на мои мобили, да. Ну, что хочу сказать. Не вау, да, песня. Ну, неплохо, да. В принципе, неплохо, да. Бит такой, как бы, подходит под с эту стилистику песни, да. Как бы, Sex Club. Какое название такая песня, да, в принципе. Ничего. Неплохо, 80 поставил бы. Ладно, слушаем дальше, не шипи. Секс Клаб. Да ё-моё. Это не реклама, это не реклама. Не шипи. Get in your spinning eyes, hit the back of the glass, yeah.
Бэби, не шипи на нас, не шипи, типа, не злись, да, что-нибудь такое. Вот этот, вот эта песня более такая, знаете, она, ну, по драйвовая, да, какая-то вот, нежели чем Sex Club, да? И мне как-то больше понравилось, на самом деле. Неплохо, да? Но немножко, конечно, в этой песне много автотюна, мне кажется, ну, сильно. То есть слова многие не поймешь, да? Ну, в принципе, кому это надо, да? Качает и качает нормально. Ладно, этой песне 9 из 10 поставил бы. Ладно, слушаем праздник. Да ладно, блин. Надо отблок поставить, наверное, да? У меня вроде стоит. Сейчас, ребят, пожалуйста. Ну вот. Отгвард заблокировано. Защита включена. Не, не буду блокировать, мало ли. Что не так будет. Особо заходит на этом бите. Я не знаю, кто это, но мне что-то он не заходит. Нет, на этом бите, ну, очень понравился Пусти Киллер. У меня тут автотюн, знаете, такой средний, да, то есть уши не режет и очень, как бы, у него голос такой, знаете, классный, а под автотюн, ну, еще более, как бы сказать, более приятнее ушам, да, наверное. Поэтому очень классная песня, здесь 10 из 10, но мне кажется, XS тут лишь немного. Ну, для каждого... Каждому свое, вот так вот скажем. Слушаем дальше в деле. Да ладно, вы издеваетесь? Сори, ребят, я не знаю, почему так. Я когда слушал альбомы, такого не было. Почему-то именно на альбоме Пусти Киллера такая фигня. Именно на этом экстазе. Такой, знаете, космический вайб, да, немного чувствуется.
20-м получается, да? Ну, ничего, неплохая песня, да? В деле там. Опять же, слова я не разобрал, да, ребят, поэтому не знаю, типа, как относиться к этой песне. Ну, в принципе, неплохая, да, что-то среднее для меня. Ну, лично для меня, ребят, не знаю, как для вас, пишите комментарии, как вам эта песня, но... Такая, знаете, средняя, я в деле, что-то там. Мне нравится то, что он как бы не говорит там сука, да, шкура там, а говорит бэйби, да, так бэйби там. Это прикольно. И постоянно жопой, жоп мне что-то нравится. Зад там, твой зад там, на мне там что-то, короче. Ну, в целом, неплохая песня, 80 типа поставил бы. Ладно, слушаем дальше, талант. Талант, да, талант. Еще много песен у нас. Вот реально, это просто на этом альбоме такая фигня. Как бы я здесь ни при чем. Это мы слушаем, получается, на канале Pussy Killer тема, да? Зад опять, да? Какова суть песни? Сидит, значит, Pussy Killer, да? Сидит, у него лицо обменело, а бэйби стоит и трясет своим задом, да? И у него аж от этого онемело лицо, да, потому что она делает это красиво, да, так. Ну, вот это вся суть песни, я не знаю, что сказать, что у нее талант трясти жопой. Не знаю, ребята. Где-то 9-10 поставлю, потому что забит прикольный такой, не знаю. Ладно, слушаем дальше. Тату опять фит с этим сексом, да, да? Вот, видите, да? YouTube Music теперь на компьютере. Вот такой автотюн мне от него нравится, знаете, который не перегружен, да, вот такой мне нравится автотюн от него. Опять зад. Опять зад.
А хотя, в принципе, чё я удивляюсь? Альбом-то называется «Секстази», да? Это классно. Тебя мне говорят, твой тату. Не нужен мне враг, не нужен мне друг. Не нужен твой зад, прямо сейчас и прямо тут. За тебя мне говорят. Ну такая легкая песня, да, ребят, в принципе. Ты же хотел смартфон. Блять. В принципе, ребят, что хочу сказать, такая легкая, да, песня, в принципе. XS вот тут вот он классно все сделал, они оба все классно сделали. Мне тут он больше понравился на фите, нежели чем на этом, на той песне, да. В общем, хорошая песня, легкая, да, опять про девушку, да, за все непонятно, потом тату, да, за тебя говорят твои тату. Ну, легкая такая, хорошая песня, я поставил 10 из 10, мне на самом деле тут все понравилось, поэтому без базара вообще. Слушаем дальше, раздвигай ноги. Это Валя. Раздвигает ноги. Вот это название. Первый снег, фантастик, занят. Подумал, что так быстро теперь. Тут бас такой, знаете. Бас такой мощный, да, тут прям на этой песне. Ну, что могу сказать, какое название такая песня, да, тут, в принципе,
Ничего больше обсуждать не надо, да? Ну, такая средняя, неплохая песня. Допустим, киллера 87 поставил смело. Так вот, ребят. Остигают ноги, бэйби. Ладно, слушаем дальше. Первый снег. Осталось у нас 4 песни. 4 песенки. Они мне должны денег заплатить за рекламу. Ладно, шучу. Я знаю песню «Снег» у Майота, у лидера «Мокрый снег». Мокрый снег упадет на плечи, напомнит нам всем, что уже не вернуть. Ничто не вечно, никто не вечен. Я сам выбрал себе этот путь. Мокрый снег упадет на плечи. Запах сигареты от рук отца, когда курю, вспоминаю каждый раз. Вся эта жизнь тебе не улыбается. Хватит смотреть назад, пацан. Машины раскидают снег по обочинам дороги. Короче, вы поняли, классная песня, я наизусть знаю. Так, первый снег, поехали. Какой же снег у Пусси Киллера, да? Первый или какой? Классная песня. Что ж сказать? В общем-то, вот здесь, в этой песне, мне, кстати, автотюн тоже понравился, как бы он тут такой, знаете, вы... Чуть-чуть выше среднего. Не перегружен, да, слова понятные, как бы. Все классно, то, что он падает, наверное, как первый снег, да? Вполне как первый снег. А, что бы это значило, да? Ну, неплохой, 9 из 10 поставил бы. Ладно, слушаем дальше. Фантастика. Фантастика. Да, блядь. Варина. Пропусти меня еще раз, я знаю, что меня ждет сегодня дома и понесу.
У него биты немного похожи, да, друг с другом, мне кажется. Или не просто кажется. Ну, тоже неплохая песня, почему-то мне напомнила эта песня как-то. Фантастик. Не шипи, наверное, да, напомнила мне эта песня. Ну, чем-то немного. Ладно, неплохая песня, фантастик. Фантастик, типа, это... Как бы вау, да, эффект. Фантастик, фантастик, фантастик. Блин, не могу ничего, короче, придумать. Что-то голова мне не варит сейчас. Ладно, неплохая песня, 7-8 здесь её, да, где-то поставлю, в принципе, ну, и тоже интересная. Ладно, слушаем дальше, занят, Криспи, 10-я песня, Криспи. На самом деле, я люблю фиты, что интересно, всегда узнать, что два исполнителя сделают, да, на бите. Занят. Я занят, забьюсь им деньгами. Почему-то его голос не нравится, не знаю почему. И как-то он тут на фоне Пуссикиллера выглядит вообще что-то слабовато вообще на фоне Пуссикиллера. Мне что-то не нравится, ребят, не знаю. Честно, не знаю, не нравится. Я поставил бы 8 из 10, но только из-за Пуссикиллера. А Криспи 5 из 10. Ну, честно, мне не нравится. Мне даже XS на песне Тату больше понравился, чем Криспи этот. Ну все, последний трек, ребят, последний трек. И все, будем с вами прощаться. Слушаем дважды, да? Дважды. О, сучка, а? Накрасила все губы. Ладно, шучу. Нельзя так обращаться. Девушка. Меня уже не тошнит, я попал в небосы, я попал в небосы, сколько не важно. Я попал в небосы, но меня уже тошнит. Я попал в небосы.
какой вывод? Пусть киллеру нужна новая девушка. Она... Хорошее завершение для альбома, да, ребят, поэтому как-то так, как бы... Бэйби ему уже надоело, ему нужна новая, да, Бэйби. И мне кажется, он ее найдет, ту любовь, которая будет с ним всю жизнь, да. Ну, надеемся, да, на лучшее всегда. В целом, такой вайбовый, да, альбом получился с экстази. Ну, понятное дело, тема одна, там, жопы, девки, там, все такое, и... В принципе, в стилистике все выдержано, да. Неплохой альбом, ну, даже хороший, да. Ну, любые песни для себя я бы хотел выделить. Это «Тату» мне понравилась песня. «Тату». Блин, сложно выделить так. «Тату» на первом месте, на втором. «Первый снег», наверное, на третьем. «В деле не шипи». Ну и все, в принципе, хватит, ребят, да? В принципе, моя любимая песня — это «Тату» с этого альбома. А какие у вас любимые песни, пишите в комментариях, да? Пишите свое мнение, да, что вы думаете об этом альбоме. Ну, вы его слушали, вам, наверное, понравился, да, ребят? И смотрите мою реакцию на альбом «Pussy Healer Hunter». И также у меня есть песня на канале, я залил «Хрусталь», я оставлю в конце видео, там, ну, будет видос, ссылочку вы увидите. Ну, на этом все, ребят, в целом альбом хороший, 8 из 10 смело, твердо ставлю. Мне понравилось, да, в принципе, нет такого прям хамства, хамство от него видно, такой парень, да, хороший, наверное. Ну, это уже не нам судить, да. Ну все, ребят, всем хорошего настроения, удачного лета. Поставь лайк, подпишись на канал. Всем удачи, пока.